В ДВФУ наградили лучших выпускников 2023 года. Бакалавры и магистры несколько лет занимались не только учебной деятельностью, но и внеурочной активностью. Среди топовых выпускников и волонтеры, и молодые артисты, и научные деятели. Сначала поздравления от родных, а после – концертная программа. Награды получили самые-самые – те студенты, которые несколько лет активно работали. Теперь, когда диплом в руках, они планируют продолжать карьеру в Приморском крае. Главное – заниматься любимым делом и подходить к нему с душой. Заявку на конкурс подавали 252 студента, но требования к конкурсантам в этом году были выше. Рейтинг успеваемости должен быть не ниже 4,5 баллов. 100 лучших отобрать было сложно, говорят организаторы. Я уже работаю, я планирую продолжать, потому что я люблю то, что я делаю. Я обожаю то, чем я занимаюсь, и я хочу продолжать. В настоящее время я преподаю студентам, и мне важно продолжать это делать, продолжать давать студентам знания и продолжать работать с ними, потому что это невероятная отдача, это невероятная энергия. И пока энергия есть у меня, я хочу ей делиться и принимать от студентов.